Неужели сегодня Новый год? Что? Нет, Макс. Просто у меня сегодня день рождения. Ну, а елочка? День рождения, Ватсон, это для меня начало нового года жизни. Теперь вам понятно, почему елочка? А, понял. Это вы хотите уколоться и забыться. Основной принцип моего дня рождения, Ватсон, это полное отсутствие гостей. От них становится так тесно и бедно. Ватсон. Что? А вы что здесь делаете? А, ну, я тут живу, Холмс. Нашли время. Ну, ладно. Кроме вас никаких посторонних. Никого нет дома. Жду уже целую неделю, чтобы сделать вам на день рождения отличный подарок. Ну, хорошо, хорошо, ладно, давайте. Уже даю. Слушайте мой подарок. Я решил исправиться. Вы рады? Нет. Я больше не буду воровать коров и мериносов. Я буду сажать на болоте редиску и прочую бастурму. Обнимите меня, мистер Холмс. Руки короткие. Укажите рецидивисту, где у нас дверь. Не надо. Я видел ее десятки раз, когда вы меня ловили. Поэтому для разнообразия, мистер Холмс, я сяду за этот стол. Это провокация. Ватсон, немедленно откройте дверь и парируйте, что меня нет. Сэр Генри Баскервиль, лорд. Сюрприз, мистер Холмс, всей душой аристократа. Я в этот день хочу быть за вашим столом. Сэр Генри Баскервиль, лорд, надеюсь, душа аристократа не позволит вам подарить мне меньше 5000. Мне очень стыдно, Холмс. Но у меня всего 500. Да, не густо. Ну давайте, давайте, я пересчитаю. Вот. Это 500 лучших фотографий моей собаки. В разные годы ее жизни и деятельности. Вот. Здесь ей всего 16. А это ее первая случка. Вот это рыженькая фате. Это невеста. Не открывать! Больше никаких гостей! А мне не надо открывать. Я давно для себя открыл ваш гостеприимный стол, мистер Холмс. Дорогой Холмс, в этот знаменательный день мы с Пятачком, сержант с Пятачком, хотим сделать вам скромный подарок. Спасибо, спасибо. Какая красивая вещь, дайте мне. В чем дело? Это моя посуда. Дело в том, что я очень брезглив. И в гостях никогда не ем из чужой посуды. А что касается подарка, у меня для вас есть отличное кое-что. О, давайте, давайте, давайте. Закройте глаза. Вот, пожалуйста. Списанное дело об ограблении. Об ограблении списанного. 5 килограмм отличной бумаги прямо из архива, практически без клопов. Ну хорошо, раз все равно все приперлись, давайте пировать. Миссис Хадсон, несите угощение. Мистер Холмс, денег, которые вы мне дали, хватило только на 5 сырых яиц. Но для вас совершенно бесплатно. Я сделала их вареными. Какая прелесть! Я думаю, этого вполне достаточно. Кстати, мистер Холмс,
поскольку у вас сегодня день рождения, у меня для вас тоже есть подарок. Вот. Это бульон от ваших яиц. Мистер Холмс, это я, профессор ботаники Мориарти. Но ради вашего дня рождения я решил исправиться и стать кровожадным бандитом. Совсем забыл, это мой лаборант Пол Мортон. Но для вас он полковник Моран. Если вы будете мучиться, он вас пристрелит из духового ружья. Совсем не больно. Полковник Моран. Я. Убейте Холмса. По дороге скорчил маску и склеил ласты. Потому что следующий день рождения они с Мориарти договорились отметить на дне Рейхенбахского водохранилища.